В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге появятся экотехнопарки по переработке мусора. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства о формировании рабочей группы по созданию экотехнопарков на территории региона. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщил, в рамках экотехнопарков предполагается строительство мусоросортировочных комплексов, создание площадок для утилизации строительного мусора и крупногабаритных отходов, цехов компостирования органических отходов, переработки полиэтиленовой бутылки, плен и твердых видов пластмасс, автомобильных аккумуляторов, батареек, стекла, древесных отходов, металлов и других. Согласно поручениям президента Владимира Путина, на территории страны должно быть создано 70 экотехнопарков и 826 комплексов по обращению с отходами. Цель этой реформы – до 2030 года повысить долю утилизированных и обезвреженных отходов до 86%.